Константин. Добрый вечер. Приветствую. Что за вещь у вас? Можно взглянуть? Это... Пробуем. Так, это четки такие. Игрушка моя. Персональная или это серийный выпуск? Не серийный, не серийный выпуск. Серебро? Золото белое. Белое золото? Дорогого стоит. Она какая-то вот, ну, амулетная или просто так? Ну, это четки. Ну, понятно, может, они с каким-нибудь, с особым, ну, посылом. Я много... Это моя компания вверху. KT, да. А что за компания? Чем занимается? Ну, помимо бокса, это чем занимается? Одежда. Да? Одежда. Ну, она у меня такая топовая компания, которая занимается. А почему тогда джинсы Армани, а не KT? А сегодня Армани. А сегодня KT у меня... Они мне сказали сделать не такого цвета. Ага. Одеться в более... А то у меня они матершинные, у меня все такие. Ага. С дырками разнообразными, поэтому одел немножко другое. А где продаются? В Австралии? Нет, или? В Екатеринбурге, в Тюмени, угу. В Нижнем Тагиле. Так что пока Урал. Сейчас планируем на перейти на Москву. А вот мне все время... Вы все время отвечаете, почему в Австралию, понятно. Но мне интересно, ведь наверняка были предложения из Кореи. Вы ж для Кореи... Был в Корее сам? Да, и в обоих, и в Северной, и в Южной. И чего? Вот ты был просто, наверное, в гостиницах, такой. Ну, естественно, все. Да. Не был в домах, гостиница, да? Не был такой, пляж, да. Но меня привели, когда сделали предложение приехать в Корею, ага. Я приехал, там тренировочный лагерь. Угу. Это хуже, чем наше место в сборной. Номер, который мне предложили, где я буду жить. Угу. Ну, пару комнат, где-то по 20 квадратных метров. Угу. Это было еще до австралийского предложения? Да, до австралийского предложения. Там 1000 или 1500 зарплата. Бои, ну, то есть как-то не оценили они вообще национального героя? Да, я приехал, думаю... Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».